Итак, профессиональный поединок номер один будет проходить в весе до 70,3 килограмма. В синий угол ринга я приглашаю представителя Николаева. Это чемпион Украины по ММА 2014 года. Вице-чемпион Европы 2014 года. Мастер спорта международного класса. Итак, под ваши аплодисменты, Андрей Мавродиев! Рефери в ринге, судья национальной категории, заслуженный тренер Украины Николай Бурля, город Запорожье. Итак, его оппонент, спортсмен, который займет красный угол ринга, представитель города Чернигов, чемпион мира по кикбоксингу 2012 года, чемпион Украины по панкратиону, обладатель Кубка Украины по боевому самбо, серебряный призер чемпионата Украины по ММА 2015 года. Итак, встречайте, Виталий Лут! Первый профессиональный бой. Андрей Мавродиев против Виталия Лута. Оба спортсмены титулованы. Имеют достаточно много профессиональных боев. Ожидаем зрелищный поединок. Также хочется отметить, что Андрей Мавродиев недавно стал отцом. С чем мы его все и поздравляем.
Перед началом маленькая пауза. И начало боя. Лут начинает с мощного лоу-кика. Ой, очень мощный удар. Лут попадает на голову. Нокаут. Отличный удар. Достаточно быстро закончился этот бой. Поздравляем Лута Виталия, Андрею Мавродиеву, пожелаем здоровья, чтобы, дай бог, без травм. Итак, уважаемые зрители, вы все видели своими глазами. Один удар, одна победа. Победу одерживает спортсмен, который находился в красном углу ринга. Виталий Лут, город Чернигов.